мало какой город может похвастать таким количеством удивительностей, каким располагает Гродно. У нас есть все – старые улочки и новостройки, замки, церкви, костелы. Более того, у нас есть даже швейцарская долина. Удивительное живописное место, появившееся на свет в 18 веке. Ее история началась с легкой руки Антония Тизенгауза. Именно он в 1765 году решил освоить городницу, тогдашний пригород Гродно. Именно при его обустройстве впервые в истории градостроительства Беларуси были использованы новые методы проектирования и строительства. В основу плана были положены планировочные принципы барокко. А сама застройка включила в себя до 85 зданий и состояла из трех отдельных регулярно спланированных зон – учебной, производственно-жилой и административно-культурной. Именно последняя на сегодняшний день наиболее сохранилась. Это, к примеру, дом вице-администратора, здание Гродненской медицинской академии, театр Тизенгауза. Был здесь построен и дворец, а также заложен ботанический сад, обустроены пруд и оранжерея. После вхождения Гродно в состав Российской империи во дворце расположилась резиденция российского губернатора, и парк стал называться губернаторским или казенным парком. Через речку Городничанку были перекинуты навесные мосты, по берегам установлены лавочки, и появилась в Гродно своя маленькая Швейцария. Швейцарская долина в нашем городе просуществовала вплоть до начала 20 века, а потом были войны, которые практически стерли ее с лица Гродно. В Первую мировую войну был разрушен дворец, а Вторая мировая привела к окончательному запустению парка. Многие жители нашего города помнят это место и не как долину вовсе, а как пятак непричесанного лиственного леса, прячущего под своими сводами, как ни странно, одновременно крыницу с чистой водой и речку Городничанку, которую сами же люди запустили и сами же прозвали в свое время «Вонючкой». Но тем удивительней стали перевоплощения, произошедшие впоследствии со Швейцарской долиной. В конце прошлого столетия она была благоустроена, а правда, о реконструкции или восстановлении долины в ее первоначальном варианте речи не шло. Однако архивные материалы при благоустройстве были учтены. В результате был разработан и реализован проект с максимальным сохранением природно-исторического ландшафта. Вот так, по прошествии многих лет, Швейцарская долина вновь стала излюбленным местом отдыха горожан. И поводом для гордости, но где еще найдешь Швейцарскую долину? Кстати, споры о происхождении ее названия не утихают до сих пор.